Паша, у тебя какой есть у нас СВД? предпон? Ну, я кого-нибудь бота заберу что-нибудь. КСВК, например. ПСО тут тоже в пролет, да? Тоже в пролет. Какой у нас будет план? Да че, летим куда-нибудь. Так, а пивот у нас кто? Спитер. Это пивот, который упал. Которого убить надо. Это не смешно. Да. Нет, я имею в виду пивот, кто у нас будет вертушку. Хороший вопрос. Или мы на землю по земле поедем? А там слоты так, есть такие вообще? Нет, просто любой, кто захочет. Клир, вперед. Вообще-то я повоевать хочу. Ну ладно, пусть буду я. Да, поздравился насчет того. Меня что-то вылетело сейчас, меня слышно? Да. Да. Пацаны, а у КСВКшника это АМ с глушителем КБ. И что? КСВК с глушителем? Тебе патронов не хватит, чтобы убить кого-то с этого пистолета. Я КСВК заберу. Ну, кстати, еще это, карта. Извращенец. Ну, и ПНВ. Его лутаю уже я, так что отстань. Нет. Да. Я смотрю, у нас тут чеки-брюки есть, он же у нас летун. Может он только? Сейчас тогда сделаю по-другому. Оп. Я был стрелком, не надо. Я люблю полетать, но это ладно. Конечно, могу второй взять, но чисто ради того, что... Теперь я. Да ладно, пока. Так, ну и что, кто летать будет тебе управлять? Ну, если у нас нету аудитории в команде, то я хочу... Мне отлично. Прошлого я воскресенья достаточно было. А кто такой аудитория? В смысле, почему он здесь? Он сел в вертолет на милашке, полетел, пролетели 7 минут, он сдох. Но я с ним застрял кабу. Mm-hmm. Так а кто пилот? Ну, клир? Я не против. Зачем ты КСВК взял? Ну, чтоб ПНВ было. Так, смотрите, у меня вот такой план. Если у нас на базе нет пластида, тогда все будет потеряно. Потому что я хотел приземлить вертушку, поставить пластид, отойти ее грохнуть, чтобы никто из врагов не воспользовался ею. Ну и пойти в лес. Можно сделать то же самое, выпрыгнуть парашютом и все, и она разобьется. У меня такое чувство, что сейчас будет дикий раш, как это было последние несколько раз. Mm-hmm. То есть все на вертолетах полетают за пацанами, и там дикий бой. Просто дикий. Да. Предлагаю сделать так же. Просто полететь на метку и разнести там все к чертям. Тогда нам нужен будет еще один вертолет, который будет со борт-стрелком просто мешать сесть другим вертолетом или взлететь, так скажем. О, ну, это обычно. Мешки выраженные. Да, там есть борт-стрелки сбоку. Короче, главный мясной должен где-то прям в гущу высаживать, а тот рядом где-то кружить. Да, да. А тот кружить должен и создавать помеху. Кто тараны запрещены, как бы так, как таковые. У нас время такое, ну не сказать, чтобы ночь, 7 вечера. Да. Ну, 7, поэтому... вроде 3 же было. Ну тут пишет, что 7. Я поменял 7 вечера. А. Ну вот. А, вон что. В принципе. Я к чему? К тому, что нужно будет действительно им помешать, таранить нельзя, но если у вас будет, допустим, там лазейка в этих правилах, если движок вам выбили, вы неуправляемы, грубо говоря, уже падаете, можете воспользоваться этим шансом и куда-нибудь это удачно вмазать. А можно мне на базе хвостовый винт сбить, и я все дальше сам делаю? Я умею летать без него, поэтому... Нет, это еще не считается неуправляемостью. Не, просто движок выключай топливо, сливай и все. Да.
Так, ну и что, нуклеир пилот, это ты везешь мяско, я да? Я не знаю, возможно. Не, мы можем как сделать, ты привез, высадил, сразу взлетел и мешаешь всем. И не париться. Главное, чтобы никто не топил. Да. То есть я у вертушки самый ближайший к... ну там их две стоит, короче, на базе у нас. Самый ближайший на выходе из базы, садимся. Все. Главное пилота, чтобы не занял никто левый. Стрелок кто будет на вертушке? Ванечка. Так у нас один вертолет? Два. Нет, или один. Один? Один. Хотел предложить взять парашют и спрыгнуть, но потом понял, что нет. А. Это отстоял, Б. Ни у кого нет карты. С. Кстати, карты не факт, что будут парашюты. Нет, парашюты там вроде были. Поэтому были. Сильно не разбегаемся, ну. И от командира сильно не уходим. Это да. Давайте второй вертолет возьмем. А что там, гранаты, нельзя его повредить? Нет. Чтобы его повредить так, чтобы он не взлетел, нужно очень много патронов. Паша, походите, запускайте. Кто ставил? Да у меня что-то поломалось, все, перезахожу сейчас. Читы не включили. Да. Иванчик поставил. Окей. Он хочет стрим посмотреть. Весь план. Так у тебя там задержка минут 15. У нас не меток. Ну вот, он тянет, время вот и тянет. А у нас не меток ничего, нормально. КВшки, может, там это. Да стоп. Да нафиг они нужны. Сотая частота. Да дефолтную. Давайте дефолтную постую выставим, дефолтную и все. Да, да, дефолтную, согласен. Ну, дефолтную, да. Ладно. Первый канал, дефолт. А сдвиг. А сдвиг на второй канал. Они не догадаются. Никогда. Потом на третий, на четвертый, да? Не, ну вот, допустим, Repeat, ты сильно смотришь другие каналы, когда берешь. Да вообще никогда не смотрю. Я тебе поэтому говорю, что это все ерунда. Вилл на воде песни сидит, там как будто радисты вычисляют, на каком канале мы сидим. Краб, а Евгений спрашивает. Куда едем? Краб ответил. В рот. В рот? Да. Объясни шутку. Я не понял. Просто смейся. Слишком сложно. А еще тебя очень тихо слышно. Потому что микрофон далеко. Mm-hmm. Вот так лучше. В чем суть вообще? Я вижу две синие точки, мне непонятно. Тебе надо их найти и убить. Пилоты такие, в шапках. Синие дурацкие. Точки, я бы еще понял, да. А, кстати, у них ноги поломаны? Или раньше, по-моему, были. Были. Mm-hmm. Значит, поломаны. Это хорошо. И им нужен медик, чтобы нормально ходить, да? Или перезаход. Ну, тогда бан. Так там же написано то, что у них это... рация ненастраиваемая. С фаром. У пилотов. Ну и что? Метка-то у них стоит. Стартуем. Синий готов. Метки, да, а сдоник кстати, не готов, сдвинуты по-моему, немного, опять. То ли на 50 метров, то ли на сколько. Да, там рандом. Оси. Ну там не то чтобы рандом, они всегда сдвинуты на одну и ту же часть. Прекрасный день, чтобы пострелять. Уебать, я тебя вижу. Все, нуклеир бегает ТСВК, нуклеир бегает ТСВК, и не можешь ничего брать другого, все. А почему это я? Почему? Ну я это я. Ребят, это я. Ладно, я карту заберу. А где можно мне пулемет там? Не, я не могу взять ее. Можно мне? ПЗ у нас есть РПГ? Как его открыть? Что есть? Я хочу его открыть полутать. Да. Нет, по-моему, она танков-то нет. Нахрен она мне. Кого нет? РПГ. Так, господи, взять слух, это нормально.
Срочно просто на 5 минут. Да, не надо, грузимся, короче, в вертушки. Кто готов, к вертушке подходим, грузимся. Первое самое. Вообще вылетел. Фристайм. Че помешали? Где одну вертушку? Ну, вторую его пилота мы не нашли, значит одну. Ну, я готов пилотом быть, пилотом. Ну, отлично, тебе тогда нужен бортстрелок. Я бортстрелок. Предлагаю это взять один. Канистру, два вертолета и канистру поджечь рядом с вертушкой. Будет эффект? Точно будет. Должен быть. В водниках берем по канистре, в смысле закидываем, да, несколько. На одну канистру. Я про запас сломал, у меня рация не работает. В смысле, рация, которая пейборчик. И у меня. Которая не настраиваемая? Ну, которая вот валяется на земле, радио. Мне не выдается рация нормально. ПЗ, а тебе сильно надо СПД? А это опять же. Че, в дальнюю класть канистру, да? Тебе. Или в них есть уже? Парашют, заберите. Парашют, парашют. РПК просто. Новенький. В маске. Только со складом. А тот, который тут грузовая вертушка? Я починил. Эсрос. Моноколотный? Мы на какой частоте? Нет, пулемета, который. Мы на какой частоте? На дефолтной. Все, понял. Ну, зачем вам парашют? Вы давайте делаем так. Первая вертушка это мясо, пехота. Вторая вертушка это пулеметчик и пилот. Червя на мясо, на атаку? Нет? Не, а чё вы... Хотите? Подождите, вы вертушку не берете, с чё вы в этой-то столпились? Нет. В смысле? Ну, первое мясо, вторая прикрывать, чтобы отдавить. Здесь любой может быть пилот на мясе. Нам высадится и это, пилот и все. Пилот отменился, не улыбка. Кто? Вылет. Паша. Ну что, Паша, где Паша? Канистру можно будет загрузить. Да? Ладно, мясо. Мы с парашютами прыгаем. Нет. А зачем все парашюты взяли? Да дебил. Ну пусть не нравится. Тебя не спасет. И, кстати, может, как рюкзаки можно использовать? Нет, нельзя. Половина забудет снять и побежит дальше и устанет. Он 20 килограмм. Паша, он 20 килограмм. Грузи в это, в боевую вертушку ее, как разблокируется, ее в боевую вертушку грузи. Канистру. Я две канистры... А зачем вам канистры? Ответ будет на этот вопрос? Нет. Поставить рядом, выстрелить, взорвать. Так, а что мы делаем? Мы летим на чем? На двух вертолетах? На одном? Мы, я предлагаю лететь на двух вертолетах, а вертолет с мясом, это вот этот вот, его потом взорвать. Это же карты нет. Вертолет с мясом. Паша? Взорвать. Я возьму вертолет, который нормальный. Может все прыгнуть с парашютами и вертолет сам разобьется объем. Нет. Или не надо? Все разобьются вместе с вертолетом. Если вам надо еще канистры, там есть это... Почему? Там эти же, там же... Самостоятельно сами откроют парашют, их даже открывать не надо. Ты. Нет. Открыла. Решайте там, кто пилот на мяч. Открыла. Грузимся. Дали тебе говорить. Девушка не знала, я нет. Сейчас метку дам метку. Как зовут? Картина рисковать, куда летит? Ты не взлетал. Карты нет. Карты не взлетай пока. Мы уехали делать дела. GPS у тебя есть, пилот? Да, есть GPS. Паша. Нарисовал синюю линию, парни, синюю линию видите. Видишь? Паша. Что? Я да, синий не вижу. Через эту, через взлетку проходит. Держи на 100. Сейчас. На 140 лети. Да, сейчас подлетаешь к ней. Подлетаешь. Все. Вот должна быть. По ней лети. Все. Паш. Че? Я сколько тупые? Не знаю.
так. Может это 40. 40? Да. Ребята, у меня 15. Поздравляю. Что так же вообще нужна была, нет? Кто? ЖВ. Да, нет. Как рюкзак используем? Давай хау. Блокируйте выстрел. Вероятно. Это как лестница? По-моему, в этом вертолете здесь лестница. Высаживаемся или прыгаем? Садимся на землю, выходим из вертолета. Кто за штурвалом? Студент. Студент, красавчик. Давно летает? Часов. Нет, в смысле, все 600 часов прям летит. По горизонту смотрим. Вертушка впереди по курсу. Опа, впереди по курсу вертолета. Паша, высота может огонь быть. Нет, стой, это Мишка летит. Паша, не очкуй. Это сейчас пролетело. Что пролетело? Мишка. Впереди уже высадка. Там просто ракета. Это все. Зона высадки синяя марка. Кто знал, что летать? Студент. Пилоты вооружены? Да зубу. Нет, это не автобус. Может лучше прыгать. МП-5 у них. МП-5 у них. По нам стреляют. По нам стреляют. Да, главное не висеть на месте. Где 600 часов, давай. Второй борт, вы там как-нибудь помогаете? Я смотрю, тут некоторым людям совсем плохо. Паша мне страшно. Особенно, если смотреть на глаза. Давай, фигачи. У некоторых они так заваливаются. Может прыгать, парни? Не мешайте пилоту, пилоту не мешайте. Давай, удачи. На такой-то высоте. 300, наверное, 400. Уже все, поздно. Тихо, тихо, а где огонь ведут, с какой стороны? Улетел, с востока. Ой, да. Ой-ой. Офигенно поиграли. 600 часов летаю. Кстати, спектатор не включился, по-моему. Ой, я что-то смотрю, красные поумирали все. Я просто не в диванчик остался. Я говорил, надо было ведь набирать. А кто пилот был? Студент был пилот. Второй 600 часов. Да 600 часов летаю, что ты хочешь?
там просит уже убить, Паш. Все. Да, уже не надо. Телекомедия. Ладно, давайте всем пока. А кто вторым пилотом был? Не знаешь? То ли Иванчик, то ли кто-то. Нет, нет, не наш, наверное. А.